Как контролировать уровень воды в баке для душа? Для тех, у кого есть емкости для воды, которые периодически нужно заполнять водой, этот вопрос очень важен. Я предлагаю простой способ, доступный сделать каждому своими руками. Покажу на примере бака для душа. Для этого нам понадобится держатель для цветочных горшков, комплект термоусадочных трубок, пенопласт, зажигалочка. Ну и есть трубочки такие для коктейлей. Нам требуется легкий материал, из которого мы сделаем поплавок. В первую очередь нам нужно узнать, какой длины нам делать поплавок. Для этого мы открываем крышечку и замеряем от донышка до края бака, куда одевается крышка. Ну, у меня получилось 40 сантиметров. Значит, мне нужно вместе с пенопластом уложиться в 40 сантиметров. Берем держатель наш от цветочных горшочков. Ножичком можно наточили сделать остренький краешек. Второй краешек можно взять кусачки и откусить. Край этот нам не нужен. Берем с нашего пенопласта, рисуем кружочек, можно квадратик просто отрезать, протыкаем в центре. Вот так вот делаем, немножко придавим, чтобы он углубился. И вот у нас поплавок почти что готов. На низ мы возьмем термоусадочную пленочку, отрезаем кусочек. Вставляем. Берем зажигалочку, подпаливаем и потихонечку огнем обрабатываем. Он прижигается и становится это, чтобы не снялся. Издалека вам будет этот свет очень хорошо виден. В крышке мы по центру просверлим отверстие. На краешке мы тоже можем сделать термоусадочной трубкой. Все, если мы обрежем, поплавок у нас готов. Второй вариант. Можно также вырезать с пенопласта кружочек. У меня был рыбацкий поплавок, но он у меня короткий. Я взял трубочку для коктейлей и попробовал по размеру, он подходит. Я его одел плотненько, можно немножечко капнуть клейку, одеть, и он застынет и будет хорошо держаться. И также здесь сделал небольшое отверстие, капнул туда клейку и посадил просто поплавок в отверстие. Все, поплавок у нас готов. Это я показал поплавки, которые можно сделать для плоского бака. Если у вас бак высокий и вам нужен очень высокий поплавок, это можно сделать по-другому. Берем поплавочек,
вставляем в отверстие. И закручиваем. Закрутили. И нижняя часть на поплавке должна быть поярче, чтобы ее было видно издалека. Вот у нас поплавочек готовый.